этом видео мы прогуляемся по вечернему Нячан. Пройдемся вдоль пляжа, полюбуемся вечерним морем, купающимися вьетнамцами, которых так много на берегу и в воде. А затем пройдемся по городу и посмотрим детский центр. Вечернее купание, когда вьетнамцы после тяжкого трудового дня приходят всей семьей сделать вечернюю гимнастику и искупаться в море. Приезжают, как правило, сюда на мотоциклах, потому что сами вьетнамцы, в отличие от туристических отелей, живут не на первой линии и даже не на второй и не на третьей, а в глубине города, начиная, наверное, с четвертой линии. Даже на пешеходном переходе, даже на зеленый свет светофора. Бесполезно, никто не пропускает. Нужно просто идти, они объезжают. Такой поток. Жутко, жутко. Дорогу переходить неуютно. Мы видим здание железнодорожного вокзала в Нячанге. Слева играют детки после школы. Сейчас вечерком уже не так жарко. И уже комфортнее значительно, чем было днем. Вот здесь раздают чай Липтон бесплатно. Но, правда, взамен ставят печать на руке. Печать Липтон. Ничего, смоется, но... Свой чай Липтон мы получили. Свой чай Липтон мы получили. Здесь располагается местный Диснейленд. Мамы, папы привозят сюда ребятишек, и они здесь играют, как в детской комнате. Катаются на разных качелях, на горочках, занимаются на всяких тренажерах. Тут много интересного, всяких игр, игрушек, развивающего. Горочки, мячи, все что угодно для деток, также можно рисовать. Этот центр находится на двух уровнях, как на первом этаже, так и на втором этаже. Есть множество игровых комнат. Сетки, канаты, где можно ползать, лазать, кататься, развиваться, общаться, рисовать. В общем, заниматься любимым занятием. Ребятки здесь с радостью знакомятся друг с другом и играют с огромным удовольствием. Так что трудно потом вытащить. Рисунки, которые сделали дети за время отдыха в этом центре. Очень большой выбор выпечки. И не только. Здесь можно хорошо перекусить. Здесь есть столики и всякие бутерброды, сэндвичи, бургеры. Да, это кафе вьетнамское. На столиках, видим, на стульчиках можно сидеть прямо с ногами, забравшись. Подушечки. Посмотрите, как сидят с ногами. Столики маленькие. Уютно, как дома. Как дома. Так и хочется разуться. Здесь разуваются в кафе. Хочется разуться и сесть рядом с ними за столик, прямо с ногами отдохнуть. Здесь висит вот афиша справа. И вот там светящиеся неоновые буквы. Это именно там происходит шоу. Нячанге. Вечером можно прийти и полюбоваться красивым выступлением артистов. А,
в этом месте мне просто понравился вот этот дворик. Здесь такое обилие орхидей, смотрится потрясающе. Видимо, хорошие хозяева, хорошее садоводство. Поскольку на пешеходных переходах они вообще не останавливаются, а только лишь объезжают пешеходов.